Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман, канал Рендер Нот Гейм, и мы продолжаем проходить игру Fallout New Vegas. У нас задание, сейчас посмотрим, какое задание. Нам нужно идти в Boulder City, а задание у нас расследование. Нам нужно найти того паренька, который нас хотел убить. Ладно. Так. Что это здание, интересно? Вот посмотрим. Хижина какая-то. Ёпарасота. Так. Блин. Бун, давай ко мне. Ага. Прикольно так. Хижине у старика. Ну ладно. Выходим в Новок. И идем по этой дороге. Как нам сказал тот парень, который сидит в этом драконе. Так, давайте зайдем в магазин, который вот здесь находится поблизости. И мало ли вдруг, что есть тут ценного. Можно даже что-то продать сейчас будет. То, что не нужно. So, you're back. Now, where did we leave off? Так, снаряжение. Так. Так. Крышеглаз нужен, лазерная винтовка. Зарядное ружье. Ага. Так. Сенсорный модуль. Что за бой, зачильный камень. Так, и Цугикона. Ок. Так, что у тебя есть? Джалдо, Блиссот, Трав, Скальпель. Принять. Уйти. Pleasure doing business with you. Ну, типа, поворуем у нее немножко. То у нее реально очень много денег. Есть. Это факт. Ага. Отлично. Так, бейсбольная бита не нужна. Все, выходим. Ну, пошли теперь на задание. Все, что я хотел, я у нее взял. Карма у меня здесь офигенная, я здесь кумир. Это очень даже хорошо. Что интересно, вон там вот. Здесь вот находится. Давайте сходим. Или не надо. У меня все-таки жажда. Прям, не знаю, я жажду приключений. Давайте тогда сходим туда. Что-то там есть. Надеюсь, что ценное что-то. А, НКР. Гелиос 1 нашел я.
Я почти достиг уже 8 уровня. И здесь у нас поселение НКР, да? Hello's on. Так, здорово, пацаны. This is a restricted area. State your business. Так, красноречие. Your being here is a start, soldier. We aren't exactly overflowing with troopers here. But if you really Отлично, задание дали побочное. Сейчас мы этим и займемся. He's been trying to get this place running for months and hasn't made any forward progress. Супер, детка, супер. Супер, просто супер-пупер. Не зря, видите, я красноречие качал. Gives you more control over this area than troops ever could. Hell, if we lose the dam to the Legion, this little plant may be our last stand. There should, but we're not getting much power out of it, so none of our enemies have big interest in it either. Not like Hoover Dam, anyway. We had a real fighting force here just long enough to take it from the Brotherhood of Steel. Мне все столько говорят, я ее найти так и не могу. Она, наверное, прям вообще в гуще вообще в карте в этой. Или возле конца карты, не знаю. Что нужно браться в стали. Damned if I know. Put up a hell of a fight, though. We had them outnumbered, I don't know, 20 to 1, maybe? They held out as long as they could. Lost most of their force before they retreated. Gave us a little parting gift, too. They had some of the plant running, but they shut it all down. Enabled an old security system, too, to keep us away from the controls. Jerk-offs. Ой, блин. Goodbye. Так, дали нам задание. Это хорошо, солнечные блики. Сюда, походу. Похоже, да. Надеюсь, Буна пропустят, что он мой напарник, как-никак. Так, ты кто? If the Legion breaks through our defenses, I got one bullet I'm saving just for me. Это хорошо. Так, где задание-то у нас? О-о-о. Так, сюда, походу, правильно я иду. Или неправильно иду. Я даже не знаю, ребят, куда я пришел-то. Ну, вроде как сюда нужно идти сейчас. Да, вот как-то сюда. Очки. Так, отски. Отски надо. Так, опа. Что за херь? Fine by me. Так. Так. Ага, супер. Так я облегченную одену. Что, блин, у меня ряса ссанна это. А ряса это не айс. Я, ну я очки как раз одел. Все, заходим. Может, они нам форму дадут хорошую. Who the hell are you? They bring you in to replace me? They're replacing me, aren't they? Ah, shit! Shit, man! I need this. Gotta pay the bills. And I'm addicted to a lot of different kinds of chems. I mean a lot. Жесть. Aw, man, how am I supposed to buy chems now? Fine, here. О, хорошо. What else? I'm in charge. This whole operation depends on me. Ну, здесь, типа, взятку дал. Ну, можно потом, походу, будет доложить, что нахоже. Я планирую так и сделать. Подсидеть этого паренька. Fuck, man. Everything. I push buttons, I turn dials, I read numbers. Sometimes I make up little stories in my head about what the numbers mean. Как минимум, не зря сюда пришел, мы дали 100 крыши. Это хорошо. Это хорошо, ребят. Можно будет потом броню починить.
It was easy, man. They were going door to door asking if anyone knew any scientists. I said, look no further. They asked me if I knew anything about power plants. I said as much as anyone I had ever met. They asked me how well I understood theoretical physics. I said I had a theoretical degree in physics. They said, welcome aboard. No, man. I know exactly what I'm doing. I just don't know what effect it's going to have. Как, чё к чему? Что за что отвечает? Например, если он рычаг дёрнет, то что он сделает? That big knob there makes a crazy noise. Sparks come out of that slot if you put stuff in it. And I'm learning more every day. Не пожалел, что его купил. Worried? Do I look worried to you? I've got this under control, baby. No one else can do what I do here. Well, see, we're getting power because the guy running this place is fantastic. But the mirrors outside aren't aimed right, so we're running at 1% efficiency. And I guess that just isn't good enough for some assholes. 1% эффективности, most of the controls for this place aren't here. Жесть просто. 1% and that place has some crazy pre-war system that the dumb shit NCR set up when they took over. Меня бы как минимум это не удовлетворяло бы. There's these two terminals outside. They control the mirrors. I tried fooling with them, but didn't get very far. You'd have to get them to talk to the mainframe up in the tower, then do the rest from up there. I'm guessing, but it sounds good, right? Hey, you're not thinking about going up there, are you? Well, hey, if you find yourself up at the mainframe, do yourself a favor and make sure you send the power to the right place. It needs to go to the Strip and McCarran. Because I get paid, that's why. Per kilowatt hour. Whatever the hell that is. That's where the NCR wants the power, so that's where I want it. But you know, you do that, maybe I put in a good word for you with them. Fantastic's little helper. There's a reputation you can hang your hat on. Фантастик-то наш. Так, супер. Вот и нам дали 100 крышечек. По-моему, это успех, ребята. Так, карта мира. Нам нужно сейчас наружу. Ага. Идем. Hello. It's unusual to see a new face here. Are you a soldier or a scientist? Я просто так по миру шатаюсь. I see. Then you must have some special business here for them to have let you through. У меня просто красноречие прокачано, вот пропустили, чё ж. Interesting. Forgive me for prying, but I'm curious. Are you with a particular group? Very well, yes. I'm part of the followers of the apocalypse. If you're not familiar, we seek peace and the spread of knowledge. Knowledge that must never be lost to the world. Now your turn. Так, я в полной мере могу доверять только тебе. That's reassuring. Although many who've made that claim to the followers of the apocalypse over the years have had less than. Хотя я не поддерживаю его, но. But if it's really as you say, then take my advice. Других вариантов не было. Я бы другой написал, что-нибудь такое. Take care what you do here. Я апокалипсис не поддерживаю. Some things are best left buried with the. Этот парень хочет все уничтожить. Then I would say do it. As long as the power of this plant is committed to. Так, куда мне следует? Oh, the NCR has their own designs for it, no doubt. But resist the urge to send it only to the thriving communities. The need for power is great everywhere. Distributing it evenly is the most rational. Ну так-то логично, в принципе. I'm a man of letters. Ясно. Все, идем отсюда. Супер. Так. Угу. Вот
Походу, эти терминалы. Так, песик какой-то. Песик, ты меня не тронешь, надеюсь. Если ты будешь ко мне рыпаться, у меня есть хорошая плазма-пушка, чувак. Так, вроде мирная. Блять. Сука, обоссался я же. Так, загрузимся. Чего-то они здесь бомбу поставили, а? Да. Блин, взяли бомбу там, тупо поставили, ну чё к чему? Да, бля. Вот один, а там второй еще есть терминал. И тут, походу, везде мины стоят. Это нехорошо. Только они замаскированы так... Неплохо. Так, ну давайте с ним поговорим. Так, где здесь мины? Так, сейчас сохранится игра, не моя. Ты, блин, где здесь, блин, была загрузка? Загрузить. Быстро, да, где-то справа от нас. Вот она. О. Так, волком. Так. Угу. Вторник 16. Давайте я прочитаю. Вторник 16 января в 2 часа дня инженерная служба начнет испытание Архимеда и его связи с системой безопасности нашего завода. И ни при каких обстоятельствах ни один сотрудник не должен выходить из помещения на территорию завода, пока не стихнет сигнал тревоги и не будет дан отбой. Все сотрудники подписывали документ об отказе от права подавать иск в случае потери трудоспособности или смерти. Поэтому мы не несем никакой ответственности за какие-либо происшествия во время испытаний. Все инженеры наблюдения экспериментом с площадки башни обязаны надеть защитные очки. Все. Ясно. Во время эксперимента, если что, надеваем защитные очки. Все будет ок. Так, идем к второму терминалу. Ну, вроде очки у меня есть. Я их уже одевал. Вот второй терминал, видно уже. Evening. Проснись. Вечер добрый. И тебе тоже не болеть. А тут враги есть. Тут туннель. Мурите, суки. Блять, еще собака. А, сдохни. Падла. И ты тоже умри. Эта пушка просто критовальщица. Я не знаю. Тупо стрельнул в голову сразу. Всех убил. Так, ввел пароль.
Power. Power. Power check. Так, давайте, наверное, подождем немножко, когда будет светло. Часов, наверное, 10 поспим, стоя. Идем уже, пойдем дальше. Так, вот, рассветлело. Хорошо. Идем отсюда. Я еще скажу про собак. Надеюсь, мне дадут компенсацию. Я надеюсь на это. Пульверизатор мне не нужен. Так, куда мне теперь? Карта мира. Мне надо вот в это здание опять зайти. Так, вроде мы на месте. Так, сохранение. Мне вот сейчас налево нужно. Ой, блядь! Eat this. Что это за херня? Ты, блядь. Рискую. Заходи, блядь, заходи. Бля, я не знаю, как взламывать-то. Пиздец. Ой, ёб твою мать. Сука, блядь, как я сейчас это проходить-то буду? Ебанулись, что ли, там, блядь? Ёбаный бред, блядь, чё за хуйня происходит? Ебаные турели, блядь. Сука, в рот пострахал. Съебитесь от меня, блядь. Пазы, блядь. Есть, сука, сдохните нахуй все. Так, помощь. Стимулятор. О, буны не должны, более сильно ебануть. Пиздец, блядь. Пиздец, сука. Что это за хуйня сейчас была? А где медицинский? Ну ладно, потом найду. Пипец просто.
50! Фак. Ну в сейфе походу что-то хорошее лежало, если там надо было 50. Для взлома. Ребята, это пипец просто. Какого черта здесь куча роботов было? Какого, блядь, хуя здесь куча роботов? Да вы что там, блядь, прикалываетесь, что ли? Стоп. А, не, все правильно, нам сюда. Давай, бум. Там херели, что ли, в конец. Вау. Ничего нет, к сожалению. Так. Два выстрела хэдшотами. Так, к чему эти батарейки-то надо? Так, оружие. Оружие. Так. Везде очки лежат. Здесь, походу, спали. Здесь куча роботов. Вообще плохо. Это не очень-то. Вот. Да вы чё вы ко мне так сильно пристали-то, блядь? Ну а чё, блядь? Умрите там, нахуй. Питерос. Сейчас там у вас столько лута. Топливо. Если что, у меня огнемет будет есть. А если за оружие у меня есть огнемет, только он у Буна, если что, я возьму у него. Какого хера, блядь? Эй. Большой меч, как он выглядит. Ебать. Какой он здоровый. Ладно, возьмем эту херню. Как эти боеприпасы надеть? Это... Так. Боезапас. Микроядерная батарея. Стой, сек. А чё, я выкинул, что ли, блядь? А какому оружию-то надо? Модификация оружия. Так. Боезапас. Ну, если чё, микроядерную батарею надо найти. Да отъебитесь вы, роботы, а ёпа рацете. Шо ж вас столько много-то здесь? Ёпа рацете. Висёт! Господи, капец, я же даже не прокачивал, у меня только 25. Что это такое? Куда я вообще пришёл? Ты фак, ёб твою. Они что там, бомбу что ли делают? Ёб, бунтащи, да? Всё крит, блядь.
Fine by me. Так, лазерная винтовка. Так, блядь, лазерную винтовку у тебя заберу, у него, блядь. Хотя, блядь, лазерную винтовку, наверное, тебе отдам. Тебе дам я, наверное, сейчас. Вот так. С магнумом походишь. Пиздец, блядь, у меня патронов-то. Ну так патроны, блядь, кончатся быстро. Это он эти патроны, блядь, жрет. Я меньше стреляю, блядь, чем он. Так, лифт нашли. Так, и куда нам? Это, походу. Установите подачу. Так, секундочку. Продолжаем. Так, сохранюсь. Установить электричество нам, да? Хорошо. Хорошо. Походу, туда нужно идти. Хотя я фиг знает. Может, здесь что-то надо натыкать? Господи, мозг. Реально мозг. А, это Моховская... Не-не-не, Моховская пустошь от меня не интересует. О, ёпарас, это где я вообще? Ёшкин, матрёшкин. Я на самый верх поднялся. Так, а как мне восстановить энергию? Ёшкин кот. Блин, я не знаю даже, как восстановить. Чтобы роботов оживить, мне нужна карта или наука, а науку я не качал. А где мне эту энергию-то взять? Ну вот одна. Да. Как-то где-то здесь. Там может что-то. Сейчас поднимемся. Нет там ничего. Надо, походу, на улицу выйти. Там что-то смотреть. Что здесь ничего нет. Или вот с этим надо что-то сделать. Взаимодействовать как-то. Мне кажется, с роботами надо. А этот как? Даже не знаю. На улицу, значит, выходить. Так, сюда. Сейчас посмотрим. Так, 9 часов дня. А сколько сейчас время? Блин, я даже не знаю, как время смотреть. Так, ладно, суббота. Так, нам надо... Так, 3, 4... Где она? Часов 5 получается, да? Так, не работает все равно. Какие часы, я понять не могу.
Какие нафиг часы? И вниз упасть невозможно. Еще ждать, давайте еще подождем. 3 часа дня. Он не работает все равно. Я хз, если честно. Я думал, это лестница. Ничего нет. А где включать, я даже не знаю. Задание. С помощью вспомогательного генератора. А где этот вспомогательный генератор-то находится? Вот где вот я его возьму? Где вот он? Генератор. Вспомогательный. Может, ему как-то за дверью надо его найти? Что-то мне он показывает за стены, как будто должно быть. Как будто... Что здесь вообще такое? Вспомогательный генератор. Так. Повторный уровень я нашел. Вот. Вот основной. Где... Побочный генератор, это вот это что ли? Точно. Как сделать-то? А что сделать-то мне? Кусок металлолома. У меня есть кусок металлолома. Так, красная, наверное. Нет, у меня металлолома. Сейчас, значит, найдем. Я же их здесь убивал. Да. А у вас должен быть металлолом. Есть. Если что, на всякий пожарный 2 возьмем. Вот он. Вот если пошары, а. А чё никак не получается? Стоп. Так, в противном случае... Как? Где? Вот он кабель. А что мне с ним сделать-то? Блядь. И как? Блин. What is it? Так. Так. И что же сделать-то мне? У меня нет такого навыка ремонта. Фак. Оно прям, оно дымит. И а позвонить еще даже никак. Капец. Ну как бы мне...
мне 25 прокачан ремонт, 25 только. Так, помощь, настройки, статы, уровень 7. Как бы это убрать? Делать-то, блядь. Металлолом-то есть у меня. Ну, блин. Что же сделать? Так, сохранимся. И сейчас отсюда надо будет телепортнуться. Так, помощь. Я еще телепортнуться отсюда не могу. Так, сейчас все сделаем. Уж вас как-то оживить. А, ну, пожалуйста. Может, какие-нибудь есть, не знаю, снаряжение разное. Заколка, источник, капсюль. Нога богомола. Боезапас, помощь. Может, помощь что-нибудь? Лом плюс 10, да? Там 50 надо, спешл. Науки. Взлом. 41. Мне не хватит. Ничего у меня нету. Отсюда можно телепортнуться? Инфо. Да. Делаем быстро путешествие. Так. С кем бы мне поговорить-то? Капец. Если не получится, то тупо загружусь быстрым сохранением. Если же получится, сейчас попросим у него помощи. То... Надеюсь, что получится. А вот конченного ремонта вот не хватает. Уже и взлома не хватает, и ремонта не хватает. Вот в чем прикол. Вообще ужасно. Куда это ведет? Все. Их я, кстати, не был еще. Так, я здесь был. Точнее, в ту дверь надо. Ну, как минимум, у меня быстрое сохранение есть, это хорошо.
Самое главное, сейчас не сохранится по-быстрому. Так, вот он, вот он, вот он. Стой. Yo. Так. Ты, блядь, что же делать надо? Значит, загружаемся, загрузка. Да, загрузить эту игру. Так. Так, генератор, похоже, в порядке. Какое-то животное. Стой. Отойди, бун. Ко мне давай. Может, что-то здесь сделать надо, я не знаю. Так. Окей. А, и как я туплю здесь? Ну, блядь. Куда мне тебя воткнуть? Что мне сделать надо? Если мне ремонта такого нет. Пипец просто. Блин, как я далеко уже. Я вот начинал где-то здесь. Нет, не здесь. Короче, вот где-то здесь я начинал. Да. И вот какую дорогу я проделал. Вот сюда, сюда, потом сюда и вот так вот. Километров, наверное, 100 так прошел. Вот это жопа реально, что я не знаю, что именно делать. У меня навыка ремонта нет, ладно. Давайте сейчас я погуглю в интернете. И на этом у меня все. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.